То же самое, лежим на спинке, локти, ладони, плечи, голова на полу. И завинчивая стопы, кладем их на мат, делая выдох. Лежим на спине, поднимаемся на один позвонок выше. Два колена опускаем на бок, так, чтобы они коснулись пола, делая выдох. Затем их поднимаем. Дима, пяточки чуть ближе. Молодцы. Активней, активней. Ну, ты до этого сделал комплекс заданий для мышц живота. 9. 10. Обняли ниже стоящее колено. И потянули к себе. Колено тянем к туловищу, туловище к колену. Голову поднять. Сосчитали до 10, поменяли ножку. Поясничный-ягодичный отдел, да? Здесь у нас отдыхают мышцы, тянутся. Кайф, да? Да. Вот, это мы снимаем с вами. Зажимы, снимаем с вами усталость со спины, с пояснично-ягодичного отдела. Стоп! Сделали диагональный шаг назад, ножку закинули. И плавно опускаемся вниз, почувствовать натяжение ягодичной мышцы ниже стоящей ноги, согнутой в коленном суставе. Поменяли ножку, потянули ягодичную мышцу, выполняй. Лицо мата не надо касаться, тянемся, молодцы.